Я считаю, если девушка хочет стать легендой, она должна идти только вперед и стать ею. У меня действительно никого не было. У меня не было внутренней опоры. И именно поэтому мне пришлось в жизни идти своим путем с самого начала. Алло, а когда приедет технолог? 29-го, окей. Да, хорошо. Я сейчас приеду. Мама, ну пойди сегодня в зоопарк. Сыночек, я сегодня работаю. Да. Давай в следующий раз, хорошо? И ты порой просто всегда занята. Но это так захватывает. Бизнес, семья, друзья, развитие. Мне нравится. Моя мама бизнес-вумен. У нее свой салон красоты. Сынок, а ты уроки сделал? Нет, я хочу с тобой, ну пожалуйста. Ну пойдем, пойдем. Пойдем. Женщин научили говорить тихо и носить помаду. Но эти дни закончились. Мы можем быть одновременно сильными, могущественными и красивыми. Я не хочу быть лучше тебя или кого-то еще. Я хочу быть лучшей версией себя. Сильная женщина – это та, которая может улыбаться утром так, как будто не плакала ночью. Хобби мне не приносят материальных выгод. Это развлечение, благодаря которому я снимаю стресс и напряжение. Для кого-то мое занятие может быть профессией, а для меня это одно удовольствие. Что для меня счастье? Это жить в гармонии с собой.